Через 5 лет Казахстан разработает и запустит спутник КАСАТ-2Р, который заменит действующий КАСАТ-2. Об этом сегодня на правчасе в Мажилисе сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов. По его словам, смене также подлежит и КАСАТ-3. Связано это с завершением их срока активного существования в космосе, который длится 12 лет. При этом их замена обойдется в 60 миллиардов тенге, где из 53 миллиардов – бюджетные средства. Напомню, что в конце марта произошла потеря связи с КАСАТ-2. Как отметил министр профильного ведомства, нештатная ситуация произошла из-за воздействия тяжелых частиц в атмосфере. Вместе с тем, сегодня система обеспечивает спутниковое и телевизионное вещание на всей территории страны и передачу данных для нужд госорганов. При этом она также способствует импортозамещению, добавил Бейбут Атамкулов. За период эксплуатации системы КАСАТ обеспечила импортозамещение в размере 27 миллиардов тенге за счет сокращения использования ресурсов зарубежных спутников и принесла доход 14,7 миллиардов тенге. Если бы не было у нас спутников КАСАТ системы, мы ежегодно, наши потребители, оплачивали бы за потребление иностранных спутников 45 миллионов долларов США.